Интересуетесь системой Монтессори? Или, возможно, вы хотите, чтобы ваши дети учились по ней? Тогда добро пожаловать в The English Montessori School Madrid. Думаем, вам будет интересно узнать, как проходят уроки и выглядят классы в Монтессори школах. А начнем мы с самых маленьких учеников и посетим здание, построенное специально для них, которое называется Discovery House, то есть Дом Открытий. Здесь занимаются детки от 3 до 6 лет. Давайте зайдем внутрь и оценим оснащение класса в Монтессори школе в Мадриде. Здесь у нас младшие школьники. Здесь детский садик. Хорошо. Ресепшн и садик. А это класс в садике. О, надо же, как они все красиво расставили. Да, очень мило. Это стол для обеда. Наверное, перед тем, как в столовой будет много детей, давайте сходим туда, а потом вернемся сюда. Детский садик и первые классы едят в классе. Хорошо. Согласно системе Монтессори, в начальной школе занятия проходят не только в помещении, но и на улице. Давайте посмотрим, где именно и как организовано это пространство. Заходим. Конечно, куколки, вот, пожалуйста. Прикольно. И у детей есть возможность выбрать, они хотят учиться в помещении или на улице, на полу или за столом. И можно увидеть развитие учебного процесса на улице круглый год. Опять же, все на практике, не так ли? Все очень практикоориентировано. Хорошо, там есть пустой класс. Может быть, зайдем внутрь? Да, потому что мы не хотим вторгаться. И все младшие дети кушают здесь. Да. И всем подается еда. И то, что они кушают здесь, это хорошо. Доброе утро! Доброе утро! И еду им подают замечательные, приветливые работники столовой. Да, и они могут взять столько порций, сколько захотят. Мы стремимся построить эту независимость с самого раннего возраста. После еды они моют свою тарелку. И уже 3-летние дети будут за собой убирать после обеда. Это хорошо. Это то, что делают родители, не так ли? Совершенно верно. Как вы уже заметили, все в классах довольно миниатюрное и расположено на уровне доступа детей. Это сделано специально для того, чтобы ребята могли пользоваться всеми необходимыми материалами, ящиками с карточками, деревянными наборами, кубиками и многим другим. В Монтессори классе обязательно есть доступ к воде, а раковины должны быть расположены с учетом роста ребенка. Еще больше об особенностях обучения в детском саду мадридской школы The English Montessori вы можете узнать из отдельного видео на нашем канале. А пока пройдем в другие классы в Discovery House. Заходим. Okay, вот пустой класс. А когда детей знакомят с фонетикой? Наверное, в этом возрасте, да? В подготовительном классе ресепшн. Некоторые дети учатся читать и писать в подготовительном классе, но к первому классу все уже умеют в первом классе по-английски и испански. И это такой метод. Я помню, как мои дети учили фонетику тоже. И это очень сильно отличается от того, как делают в русском языке. Наверное, там теория. Да, теории больше. А это что? Это растения. Они изучают растения и овощи. Времена года изучают различные растения. А это для развития навыка моторики. В Монтессори постоянно используют разные активности. Вы можете видеть, что здесь очень большое разнообразие таких в первом классе. Но также, когда мы уже начинаем вводить английскую программу, национальную программу, вы видите, что здесь уже идет смесь разных занятий. Смесь занятий. И опять же, все через игру. Через действие, через осязание, да. Тактильные ощущения. И во всех классах есть большие окна, и также акустический материал на потолке для поглощения звука. У нас здесь больше 200 детей в одном здании, и их не слышно, не слышно. И есть система кондиционирования. Мы не так часто ей пользуемся, но когда есть необходимость. Да, конечно. И в каждом классе есть цифровые доски. Хорошо, это хорошо.
И смешно, что они действительно на стене ниже, чем в обычных классах, потому что дети маленькие, они же вот такого роста. Они подходят. Это тачскрин, да? Да. Поэтому они могут дотянуться. Хорошо. Все здесь построено для детей. Все для детей. Понятно. И еще один класс, чтобы сравнить. Это классная комната второго класса. Да, немножко другое расположение столов. Здесь все расположено для групповой работы. Да. То есть они могут вместе сидеть, смотреть друг на друга. И также во втором классе мы начинаем им выдавать списки того, что надо сделать. И они сами должны запланировать, когда они сделают это задание. И зеленым они будут обводить то, что хорошо получилось. А если у них возникли какие-то проблемы или было сложнее, то тогда половину красным, половину зеленым. Или полностью красным. Опять же, вы их вовлекаете. Очень умно. Это методика Монтессори. А это для чего? Это для внимания? Наверное, так. Иногда нужно, потому что в этом возрасте очень сложно привлечь их внимание. А это общение по картинкам. Вы знаете, что это? Разговор по картинкам? Да. Это такой способ развития навыка публичных выступлений. Вместо того, чтобы использовать слова и читать их с листочка бумаги, они придумывают свой собственный язык и собственные картинки. Каждая картинка — это фраза. И таким образом они рассказывают историю «Джек и бобовый стебель». То есть это как язык письма Монтессори. Да, хорошо. Давайте я угадаю. Это же не по-испански? Нет, нет. «Беги за тем парнем, быстро, и подними...» Ладно. Это для вас новый язык. Я его еще не выучил. И еще о некоторых особенностях методики Монтессори. В классах нет привычных нам пар, которые ограничивают ребят. Есть только маленькие столики и стульчики, которые можно перемещать. Также дети самостоятельно выбирают учебные материалы, которые им интересны на данный момент, и определяют продолжительность занятий. Интересен такой подход? Хотите, чтобы у вашего ребенка было право выбора на занятиях? Тогда поступайте в The English Montessori School, а поможет вам с этим компания Мариади. Наши специалисты уже почти 20 лет отправляют своих клиентов получать образование за границей. Оставляйте заявку на вашу консультацию по ссылке в описании. Наши менеджеры свяжутся с вами, а пока продолжим нашу экскурсию по классам. Это выглядит как география. Вот Канада. А, это смесь. Есть география, вот растения, потому что в этом возрасте класс используется для многих целей. Конечно, у них один главный учитель. Многоцелевые классы. Они с ним обсуждают различные темы. Вот, например, они изучали Канаду. Я из Канады, поэтому я очень рада такой теме. И они все изучают с различных перспектив. Все различные страны. А этот тотемный столб. Да. Рядом с местом, с которым я живу, у нас очень высокий тотемный столб, который привезли королеве представители из Канады. Этому я не удивлена. И его привезли целый столб на корабле. Его даже не резали. Огромный кусок тотемного столба. Это действительно большая часть нашего наследия в Канаде. И вы можете посмотреть на уровень чтения, которое уже есть у детей к этому возрасту. Они уже умеют писать и читать параграфами. Очень хорошие классы. Мне очень нравится. И они сидят на полу. Да, это также позволяет почувствовать себя неформально, не так ли? Да, и вот у них есть маленькие подушечки. Даже подушечки в виде пончика. Какая у вот этого цель, я не знаю. Просто так удобнее. Да, давайте скажем, что так просто удобнее. Ну и квадратные у них тоже есть. В The English Montessori School учатся мальчики и девочки от 3 до 18 лет. Но привычного для нас деления на классы здесь нет. Вместо этого здесь используется понятие «ступень». Сейчас мы были на первой. Далее следует вторая для ребят от 9 до 11 лет. Затем третья ступень с 12 до 15 лет.
и последняя соответствует возрасту 15-18 лет. А сейчас предлагаем посмотреть на оснащение классов более старших учеников. Окей. Лаборатория. Lab. Научная лаборатория. И она используется для всех наук, химии и так далее. Многофункциональная. Да, у нас три научных лаборатории, и в двух из них есть экстракторы, с помощью которых можно сделать много экспериментов. Вы имеете в виду эти вытяжные шкафы? Да. Если вдруг что-то взорвется, ну или будет выделять пары. Отлично, хорошо оснащено, опять же, очень светло. И вот хорошая классная комната. Здесь преподают теорию, но также можно использовать микроскопы. Колбочки, пробирочки. И отсюда можно увидеть наше поле. Поле вижу. И также горы. А как они называются? Это Сьерра. Гора Сьерра. Хорошо. Мне очень нравится. Как видите, Монтессори классы для ребят постарше практически не отличаются от традиционных школ. Что неудивительно, ведь эта методика больше применяется при раннем развитии деток, что и отражается на особенном оснащении учебных классов. А сейчас давайте пройдем в другие научные лаборатории в The English Montessori School. Наука в нашей школе очень сильна. Здесь больше преподают химию и больше теорию. Хорошо, что у вас есть как интерактивная доска, так и классическая. Если необходимо что-то написать, обе доски в распоряжении. И опять же, периодическая таблица, которую в русскоговорящих странах называют таблицей Менделеева. Мы ее не называем периодической, а только Менделеева. Потому что Менделеев был одним из ученых, именно одним из, а не единственным, кто ее создал. А это маленький класс, ведь обычно в шестой форме размер классов меньше. Верно. И студенты получают очень много индивидуального внимания, когда профессор что-то объясняет. Иногда это может быть даже и один студент, да. Но в целом, в общем, наверное, около 5-6 в шестой форме, да. А сейчас давайте пройдем в класс музыки в The English Montessori School. Класс музыки. Музыка. У детей проходит два занятия музыки в неделю. Хорошо. И также мы предлагаем внеклассные занятия. И можно также брать индивидуальные занятия? Да, за дополнительную плату. Верно, за дополнительную. У нас проходят занятия по барабанам, гитаре, скрипке, укулеле и фортепиано, и также фортепиано. А кроме классов в этой замечательной школе мы сняли еще много чего интересного. Интервью со студентами и директором старшей группы. Тур 360 градусов по кампусу. Детский сад The English Montessori. Все это вы сможете посмотреть, пройдя по ссылкам в описании под видео. А пока вернемся к экскурсии по классу. На мой взгляд, вот это мой инструмент. А, нет. Я думал, что он будет вот так звенеть. У нас такие тоже есть. Да, вот это мой инструмент. Вот это у меня хорошо получается. Хорошо. А если у студента есть свой собственный инструмент, его можно использовать и привезти с собой? Да. У детей во время обеда есть клуб, музыкальный клуб. Они там все вместе играют джем. А вот это седьмой класс. У вас есть разные группы? У нас есть одна. Только одна? Хорошо. Да. А перед тем, как покинуть музыкальный класс, я, конечно, покажу свои навыки игры на барабанах. English Montessori School rules. Ну как это было? Замечательно. У меня неплохо получается, не так ли? Да.
Иногда я сам себя удивляю, знаете, всеми моими навыками, скрытыми талантами. Да, да, скрытыми талантами. А я знаю эти барабаны. Это бразильские. Да, хотите? Они с ними маршируют, да? Да, я сыграю, если вы со мной. Сыграем вместе? Вы предпочитаете побольше, поменьше? Лучше поменьше. Вот так? Да. Хорошо, что сыграем? Я, пожалуй, возьму побольше. О, боже. Знаете, непорядок, что у вас барабан больше, чем у меня. Он перевернут. Да, да. Это бразильские барабаны. Мы ужасно играем. Наверное, вся когнита будет с нас смеяться. Ну как, друзья, может мне создать свою собственную группу? Хотя, пожалуй, я еще по этому поводу поразмышляю. А вас попрошу поделиться своими впечатлениями о классах The English Montessori School в комментариях и поставить этому видео лайк. Еще больше интересных видео о заграничных школах, колледжах и вузах вы сможете посмотреть на нашем канале. Так что подписывайтесь. А мы прощаемся с вами. До новых встреч, друзья! Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.